Ой-о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 й
Здарова, братюни, меня зовут Антон, и мы продолжаем рассматривать потрясающие GTA-моды. На этот раз мы рассмотрим God Speed, или Бога Скорости. Насколько я знаю, этот персонаж является выходцем из New 52, и он является бывшим учеником Флэша, который переметнулся на сторону зла. Честно сказать, это единственное, что я про него знаю, поэтому я буду рад, если вы дополните меня в комментариях. Ну, а мы начнем. Я активировал мод на такое, ну, как в прошлом видео, мод на, так сказать, ударную волну. И честно, с этим модом удары Флэша получаются просто потрясающие, невероятно мощные. Вообще, этот, ну, именно это видео я снимаю очень спонтанно, потому что буквально через несколько часов должна обновиться GTA, и моды на дней 5, наверное, отключатся, потому что такое обычно бывает после того, как онлайн обновляется. Поэтому я решил, для того, чтобы вы не ждали, я решил записать такое видео спонтанное с этим довольно неплохим скином. Скин, конечно, видно, что он еще дорабатывается, но потенциал у этого скина очень большой, и мне он, честно, нравится. Он реально неплохой. Давайте-ка устроим лютый замес. Как видите, сила у нас очень прибавилась. Очень сильно. Вы посмотрите, что мы можем вытворять. Наши удары просто невероятно сильные. Да уж. Флэш создал очень опасного врага. По факту он реально сам его создал. Зачем? Ну, по-моему, не создал. По-моему, он как бы, этот чувак был спидстером. Как бы, ну, у него появились способности спидстера. Но Флэш его обучил, так сказать, основам. Воу-воу-воу, чувак куда-то улетел. Лети, лети, смотрите. Его мотоцикл добил. Ну ладно, ладно. О, классная тачка. Неплохая. Но мне вот машины не нужны. Я супер быстрый. Блин, как же классно. Офигеть, я уже сколько в этот мод играю, и все равно он мне не надоел. Насколько же прикольный, реально. Особенно в мире, ну, именно на движке GTA, вообще в открытом мире GTA. Как это все классно выглядит. Оу, куда машина улетела? Прощай. Сейчас взорвется. Не взорвалась? Вот это да. О, сильно. Офигеть. На балкон. Отличное приземление. Даже очень неплохое. Ладно, давайте-ка, что-то слабенько, что-то очень слабенько. На нас вообще полиция не агрится, мы тут такое вытворяем, реально очень странно. Окей. Ладно, давайте для начала просто побуяним, мы же это очень любим. Где? Где народ? Опробуем наши новые силы. Ох, как его впечатало. А тебя? А, блин, того же самого врезал. Ох, за ним какой кровавый след летит. Офигеть. Бедняги, мне их даже жаль немного. Хотя, кого я обманываю, мне их не жаль. Мне нравится их избивать. Ну-ка, лавочку сейчас изобьем. Полиция, да вы что, вообще что ли сумасшедшие? Какого черта? Вы ничего не делаете. На, получи. Ох, как я его впечатал. Ох, как классно. Офигеть, мотоциклиста сбили. Чувак, я тебе помогу. Ох, ногу он сломал, бедняжка. Еще поможем. Я его, походу, припечатал по полной. Нет, все-таки он может выйти. Я тебе помог, друг? Я тебе помог, лети теперь. Да офигеть, я целую толпу уже народу убила, а полиция всего две звезды. Это странно. Как же классно. Реально, с этим усиленным ударом очень прикольно. Юху! Ну, посмотрите, куда улетел. Особенно еще с усиленной разрушаемостью машин, вообще шикарно. Слабаки, ой, чертовы слабаки. Неплохой мотоцикл. Неплохой, ну-ка. Тихо, он отлетает. Мы слишком сильны. Спидфорс вокруг нас. Он разносит все вокруг нас. Какого черта всего две звезды? Так неинтересно. Я хочу просто... Хочу сегодня побуянить. Особо, наверное, не буду ничего творить. Спавнить там кучу машин. Хотя, может, и поспавню. Я не уверен, честно, чем буду заниматься. Поэтому фиг его знает. Давай-ка просто побуяним для начала. Ой-ой-ой. Как неудачно. Разгоним его. Вот это сейчас будет разгон. Нихера себе. Как пуля улетела, офигеть. На, получи. О, мотоцикл. Бедняжка. Не уйдешь от меня? Смотри, машина даже не дернулась. Кстати, неплохая тачка. Была. Еще разок. Юху. Да, сильные мы, очень сильные. Но что-то, блин, две звезды, это реально интересно. Давайте-ка сделаем покруче, вот так. Ну, давай. Все свои силы на меня.
куски. Мы просто все на куски разрываем. Сильные, сильные. А ты кто еще? О, едут. Едут спецназовцы. Ну давай. Нихера себе. Как это? А чё это он? Чё? Какой-то чувак сильный оказался. Ну-ка, ну-ка. Вернем его назад. Ты куда поехал? Ты куда поехал? Ты мой. Моя игрушка. Нихера. Кто еще здесь? Решили спрятаться, да? Укрытие вам? Нет, ушки, укрытия не будет. Ну? Где остальной народ? Где вообще танки? Они должны напасть. Ох, как все разгорается. На, неплохой, конечно, скин. What? Я же вроде отключил это. Смотрите, да, это, конечно, такой минус скина, то, что персонаж, он открывает рот. Это странно. У меня получилось это отключить после того, как я отключил анимацию лица. Сейчас надо будет снова это сделать. Вот они. Куда я вообще попёр? Вот. Все, он рот не раскрывает. Ну, это реально странно выглядит. Как будто маска это часть его лица. Ну, возможно. А вот и смотри, смотри. Смотри, куда военные появились. Это шикарно. Где танки? Где? Нету еще. Ты жив? Ты еще жив? Смеешь жить? Когда я здесь нахожусь. Ну где? Я жду. Кстати, а молния тоже станет очень сильной? А, нет. Ну нет, она же... Да, нифига. Ну, кстати, вот это золотое свечение мне очень нравится. Реально прикольно выглядит. И молния классная, смотрите. Как электризует их. На, получи. Кто по мне стреляет? Как будто из пулемета. А, ты смотри-ка, ты смотри-ка. У нас тут герой. О, как мы его откинули, неплохо. Где гребаные танки? Танков нет. Вообще я хочу рейдж устроить. Просто обычный рейдж. Все. Вот сейчас будет неплохо. Так, отключайся вот так. Как меня в комментариях просили, заспавнить кучу людей и что-нибудь с ними устроить, просто побегать вокруг них. Ну вот, как раз куча людей. Не, с миниганами, нихера себе. Не знаю, я, конечно, мог бы сейчас заспавнить кучу техники и машин, вот, и людей. Но, к сожалению, у меня такое предчувствие, что игра вылетит или отключится какие-нибудь ее интересные особенности. Ну, к примеру, разрушаемость отключится машины. Но это реально, мне не хочется этого делать. Так что в этом видео, как говорится, воздержимся от этого. Включим рейдж, включим снова метеоры. Можно снова эти самолеты врубить. Реально прикольно. О, вот и танки. Ну-ка. Да, даже танки ничего против меня не могут. Вы посмотрите. Просто на кусочки. Получи. Подкинули его. Слабак. Ты просто слабак. Я не понял. Полиция закончила. Блин, я активировал рейдж. Люди стали спавниться, и полиция отключилась. Это печально, кстати. И танков, значит, не будет. Ну да. Значит, у нас есть выбор. Либо включить этот режим хаоса, либо просто с полицией буянить. Ну, блин, ну чисто с людьми не так интересно. Блин, ну опять рот раскрывает. Да что за фигня? Да, скин, конечно, надо это доработать. Тут нету как бы полноценной маски, это просто какая-то текстура на морде. Ну, блин, реально выглядит прикольно. Забавненько. Ну-ка, схватим кого-нибудь. Да, пойдем со мной. Она еще что-то переругивается. Ох, как ее откинула. Посмотрим. Смотри, спецназ против людей. Фига себе, у них дробовики. Давайте. Они даже не замечают меня. Я просто вспышка, золотая вспышка вокруг них бегает. Окей. Прям на нем прокатился. Неплохо. Давайте-ка сбегаем в аэропорт. Все-таки давайте отключим этот рейдж-мод. Без полиции не так интересно все-таки. Вертолет и все остального этого нету. Это жаль. Давайте-ка вырубим. Кстати, печально, что с этим рейдж-модом не работает нормальная полиция. Я, честно, ну, не уверен, что это хорошая идея. По мне было бы прикольно, чтобы полиция была нормальная. Ух. Такое ощущение, что мы, кстати, реально быстрее стали двигаться. Может быть, реально боги скорости. О, что я могу творить? Так, где полиция? Где она? Вообще, здесь должна полиция активироваться. Да. Но это мало. Этого нам не хватает. Давайте полностью. Максимально. Вот так. О, смотрите-ка.
Вот, смотри, там этот заспавнился, вертолет боевой. Вот то, что нам нужно. Мы его уничтожим. Ну-ка, ну-ка. Где у нас торнадо? Да, блин, вот он. Пониже, пониже. Я не понял, его откидывают от моей способности? Вы видели? По-моему, я его немного сбил с курса. Не понимаю. А если так? Я его закрутил шикарно! Оказывается, его можно закрутить. Ни хера себе. Офигеть. Да. Чисто такое вертикальное приземление. Не особо удачное. Ну ладно. Да. Извини, чё. О, вот и танк. Но ненадолго. Офигеть, вот это сила. Да, очень подходит такая сила флеша. Удачный год спиду. Ну, кстати, можно и флеша заспавнить. Все-таки он наш учитель. Мы должны победить его, чтобы стать сильнее. Ну-ка, где? Вон, спаун энеми, давай, давай. Флеш, давай. Посмотрим, кто из нас сильнее. На равных условиях подеремся. Где ты? Идет, идет. Ты слаб, Флэш. Ты не сможешь меня победить. Зря ты мне дал эту силу. Где ты? Где ты, тварь? Получи. Ты слаб, слишком слаб. Смотри, что я смогу с военной техникой делать. Ах ты ублюдок. Решил по тактике меня валить? Нифига себе, реально по тактике. Валим, 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 валим. А, он не так слаб. What the fuck? А, да, все, я активировал. Он не сможет победить. А где я вообще? А почему? Блин, меня опять заглючило, что ли? Я, походу, ушел куда-то в Speed Force. Какого черта? Блин, ну ёпарасота. Как я умудрился вообще заглючить? А я все равно дерусь, умудряюсь. И как мне выбраться отсюда? Чё-то я не понял. А если отключу скин? На уж. Такого я явно не ожидал. Ну, началось! Блин, да ёпарасота. Вы что, издеваетесь? Опять что ли? Ну почему мне так везет на эти странные баги и вылеты? Ну да, я походу даже телепортнуться никуда не смогу. Ну-ка. Ну да, я везде проваливаюсь. Ну, меня затягивает постоянно в Speed Force. Я не знаю почему. Ладно, буквально через секунду вернусь. А вот и я. Ну, у меня, кстати, появилась одна интересная идея. Точнее, не появилась, мне ее предложили в комментариях. Попробовать активировать мод на суперхат, который у меня до сих пор установлен, и активировать врага флеш, и попытаться с ним подраться оружием. Это, кстати, будет интересно. Давайте попробуем. Только для начала давайте-ка вырубим бессмертие, потому что, ну, зная флеша, он по-любому нас разнесет. Вообще, я ни разу не активировал флеша без, как бы, способности флеша. Всегда активировал только, когда я в образе самого, как бы, спидстера. Ну вот не знаю, что будет, если он нападет на нас, когда мы будем обычными людьми. Ну, почти обычными. Давайте-ка активируем суперхат. Только оружие нам выбрать нормальное. Ну, например, дробовичок, я думаю, самое оно подойдет. Так, давайте-ка. Отлично, все. И посмотрим, что сможет флеш сделать против нас в таком состоянии. Так, флеш. Давайте-ка спам энеми. Только не флеш заспавлен, а год спида, да. Это будет прикольно. Все-таки мы его рассматриваем. Все, пошел. Ну, где? Нападай. Я жду. Блин, с этим модом, который улучшает полицию, и вот и кровищу, все вот это, ну, такие глобальные изменения в игре. Единственное, мне не нравится в нем то, что персонаж становится, ну, как бы очень медленным. Я не знаю, почему он так делает. Ну, реально очень медленный становится. Возможно, это они дань реализму. А, да, кстати, у меня до сих пор, по-моему, активирован этот, ну, типа, ударное поле. Может быть, он не может подойти ко мне? Где он вообще? Эй, Годспид, ты куда убежал? Нападай. Походу, он нападать не хочет. Как медленно. А, ну да, у меня же суперхат, я и забываю. Ну да, у меня до сих пор активирован. А какого черта он на меня не нападает? Мне уж не получится. Странно. Может быть, он не нападает, когда я не в образе флеша? Давайте-ка отключим его. Давайте флеша заспавним. Давай. Крашит? А, крашит, мне показалось, крашит. Крейтед. Ну, давай. Неужто не получится? Походу, да, они не нападают, если я как бы в образе обычного человека.
Уху! Отличное приземление, прям в кусты. Это как ассасин, реально. Приземление, блин, сток сена. Где он? Он, по-моему, там на месте стоит. А, вон, вон. А чё он там завис? Эй, Флэш! Эй, не убегай, Флэш! Ну, давай. О-о, походу он разозлился. Давайте, от первого лица. Что ты можешь против дробовика, Флэш? Чё тут, походу, ничего. Да его машина сбила. Ты слаб, Флэш. Да, я, возможно... Я вспоминаю, в сериале был персонаж один, который мог вокруг себя время замедлять. Не помню, как его звали. Именно из-за этого даже Флэш был очень медленным. Да, мы играем по факту с того персонажа. Чё-то он вообще не нападает на нас, кстати. Это странно. А, точно, я же, блин, я же читерю. Я же отключил, ну, забыл отключить эту хрень. Он не может подойти ко мне. Ну-ка. Все, давай, мы на равных. Ну-ка, давай-давай, отключайся. Вот так. Давай, подходи. Ой-ой-ой-ой-ой! Нифига он меня тут... Упс. Упс, Флэш, я пошутил. Я вообще-то... Да. Наверное, не стоило отключать эту способность. Он меня просто за секунду разорвал. Оказывается, в образе Флэша, ну, именно со способностью спидфорса мы очень крепкие становимся. Увидели? Обычно он нам наносил очень... Майкл весь избитый. Да, вот что случается, если нападать на Флэша. Особенно, если он не в духе. Офигеть, как его избили, бедняжка. Ладно, забьем на это. Ну, по факту я выполнил свое обещание и посмотрел. Короче, бесполезно. Мод Суперхата, невозможно победить Флэша с этим модом. Ну, это было очевидно вообще-то. Да уж. Так, ладно, идем дальше. Да, кстати, не забываем отключить лицевую анимацию, потому что выглядит это, мягко говоря, странно, очень странно. Рот такой. Ладно, вырубаем. Все. Более-менее. Да, блин. Вот так. И, да-да, не забываем, надо активировать наши силы. А то мы же все-таки необычный именно спидстер. Мы мега-сильный спидстер. Вот так. Смотри, какая техника. Что-то я не понял, я активировал? Вроде бы должен, странно. Подожди-ка. Вроде бы активировал. Ну да. А в чем тогда проблема? Почему они не отлетают? А, вот, все, пошло дело. Сила вернулась к нам. А я уж испугался. Офигеть. Вы посмотрите, просто от одного удара на какое расстояние улетает. Пожарная? Вы не смеете. Не смеете ничего делать, пока я здесь. Вот так, да? Неплохо. Да уж, мы даже все сшибаем на своем пути. Даже знаки отлетают. Классная тачка, кстати, чувак. Была. Ладно, давайте побегаем немножко. Серьезно, такое ощущение, что анимация немного изменилась. Надо, кстати, на воду залезть, проверить. Ощущение, что персонаж стал очень быстро ногами двигать. Да, или вообще не двигать. Да уж. Ну и что я говорю, это чисто спонтанное видео. Я особо-то как-то у меня цели нету. Хочется просто сделать что-нибудь по моду Флэш. Вот и... Я даже не знаю, как... У меня как-то в прошлом видео хотя бы была цель что-то повзрывать, эти куча объектов. А сейчас просто хочется побегать и потворить всякую ерунду. Прикольно, что когда мы останавливаемся, происходит такая волна. Так, вот, я победитель, я выиграл. Все, откидываю. Ну, это прикольная способность. В арбарту ничего нету. Да, кстати, я же хотел активировать. Давайте активируем вот и метеоры, можно активировать. Можно активировать. Ой-ой-ой, что это было? Пошло дело? Дело пошло. Активировать можно самолеты эти безумные. Чисто побуяним. Просто. Особо без цели побегаем, поразносим все. Ну-ка, вот так. Все, заспавнились.
И можно полицию максимально сделать, да. Где она? Ну все, просто ад. Реально мы ад устроили в этом мире. Офигеть. Ну блин, вот этот мод на самолеты, реально я им постоянно наслаждаюсь. Насколько же он эпично выглядит. Они еще что-то сбрасывают постоянно. Класс. Нападаешь на меня, да? Иди отсюда. А вот и танки. Сейчас мы просто перебросим танк на другую сторону. Танк нам не помеха. Не получилось перебросить, ну да ладно. Я думаю, ему и так хорошо. Что-то он пибикает. Походу там погиб водитель. Ух, в технику врезался. Интересно, из-за этого ударной волны вертолет тоже будет откидывать? Ну, кстати, вполне логично, да, скорее всего. Офигеть, сколько тут обломков. Опять танк. А, нам нужно очень мощный удар, да-да, я забыл. Вот, вот это будет намного сильнее. На, получи. В обратную сторону. Да, он даже не помог куда лететь. Посиди там на крыше пока что, дружище. Два танка подряд? Офигеть, и в один метеор попал. А я только хотел с вами побуянить вдвоем. Ну да ладно. Пс, какого черта, прям по жбану мне метеор попал. Офигеть. А этот танк, походу, дох уже. А, ладно. Гуляй. Чуваки там догорают. Классно, смотри. А почему он в воздухе взорвался? Бомбануло. Г-г-г-г. Звучало тупо. Знаю. Ух ты, как его переколбасил. Нифига себе. Ну, серьезно, с этим... Вот именно усиленным ударом очень классно получается. Мне очень нравится. Что это было? Представим, что мы ничего не видели. Ладно, валим отсюда. Смотрите, это объекты, их можно спинать. Или нет? Что-то не понимаю. Ну, они как-то странно реагируют на мои удары. С неохотой. Да блин, он опять пасть раскрыл. Да что такое? Да, я надеюсь, автор мода, ну, именно скина, доработает этот момент. Решил приземлиться? Неудачно. Ну, покатился. Офигеть. Опять самолет упал. Да ты... Да, они меня скидывают. Чуть-чуть задел, он сразу взорвался. Да уж, лютый апокалипсис у нас тут творится. Постой, постой, постой. Это что за... Что за поза такая? Смотрите-ка, мы умудрились с помощью ударной волны сделать так, чтобы камень не разорвал на куски. Теперь мы можем его катать. Забавно. Как будто волейбол играем. Самолетик. Смотри, они врезались. Шикарно. Ладно, давайте валить отсюда. Мы достаточно здесь хаоса натворили. What the fuck, где я? What the fuck? Надеюсь, я опять не попаду в спидфорс под текстуры. Мне не хочется. Реально какая-то анимация странная. Мне, кстати, писали буквально сегодня, что именно полоски-то не особо видно. Днем реально вот именно вот эти молнии, флеши не видно. Их как-то. Плюс иногда мод начинает подглюкивать, вообще они пропадают. Ну да ладно. Смотрите, как такое чудо, что они... к этому месту прицепились. Странно. А чё так туманно? И чё так много народу на карте? Они преследуют до сих пор, смотрите. Офигеть. Чисто за мной ад идет. Я реально нарушил какой-то баланс сил в этом мире и... просто все. Все нехорошее разом свалилось на него. Давайте-ка сгоняем на шоссе, там много народу. Вот, вот это... Блин, я не контролирую свои способности. Ух ты! Смотрите-ка, наш клиент. Офигеть! Вместе с фурой. Еще разок. А, это обычно. В нее уже попали. Фига, он колбасится. Я спасу у тебя, друг. Наверное. Я хочу еще одну фуру. Да не вас, я хочу.
Да, это как в индийском кино. Я на расстоянии ударил чувака. Ну, точнее, машину. Точнее, чувака, который сидел в машине. Взорвалась. Да уж, сила, конечно, у нас мощная. Да уж, чуть-чуть, чувак. Офигеть. О, мотоциклист? Ты не боишься здесь кататься? Совсем не боишься? Бедняжка. Еще разок. А, блин. Ну, мне даже и убить не обязательно. Хотя и можно. Ладно, идем. Блин, с этой разрушаемостью машин очень классно все будет. Самолетики куда-то летают. Хочу сбить вертолет. Вот реально хочу. Ну это реально сложно. Можно, конечно, захватить. Ну а толку-то? Зачем захватывать? Кстати, эта ударная волна будет работать, если мы в технику сядем? Попробуем. Да блин. И захватить самолет даже не получается. Ну дайте мне что-нибудь захватить. Нет, они слишком высоко летают. Но бесполезно. Ну да ладно. Плевать. В следующий раз мы это сделаем. Да что за, блин, за странная анимация? Что это? Это новый... Да, это новая техника бега. Очень неплохая, кстати. Что это? Я решил поспать. Мне надоело бегать, но... Из-за спидфорса я двигаюсь вперед, так я прилягу немного. Какого черта? Зачем меня разбудили? Слишком рано. Да какого черта? Ты откуда? Нифига себе. Трамплинчики подлетел. Окей. А если мы, кстати, под этими ветряками побегаем? Сейчас вертолеты будут в них врезаться постоянно. Ну, где-нибудь вот здесь стать. Хотя и без этого метеоры все уничтожат. Чего они вообще творят? А, они специально. Посмотрите-ка. Вот! Классно я сел. Ну, кстати, неплохой летательный аппарат. Мне нравится. Конечно, долговечный, но все же. И паркуется сам. Ну, посмотрите, парканулся у двери, как я хотел. Немного жарко в нем только. Кто по мне стреляет? Не понял. Меня что, с вертолета так палили? Пускай. В тюрьме по нам соскучились, интересно? Давай. Ух ты, кстати. Это можно... А, ну хотя зачем мне это копировать? Я же уже нечто подобное могу создавать. Ну-ка. Ну хотя можно на всякий случай в избранное добавить. Давайте проверим. Да офигеть! Я только на секунду отвернулся. Весь просто в кровище. Вы чё, зверь? Офигеть. Не, этот мод, конечно, на кровь очень классный. А мне плевать. Мне плевать, что я весь в крови. Я бессмертен. У меня раны быстро зарастают, в отличие от ваших. Вот так. А ведь реально пропадает. Хм, забавно. Где еще народ? Да, они хилают. Уже здесь вертолетов, по мне базуки стреляют, ракеты, автоматы, все что угодно. Все хотят меня прикончить. Вообще-то я повелитель этого мира. Какого черта вы против меня? Хотя я сам этого хотел. Нифига, это что? А, смотрите-ка. Из-за нашей ударной волны... Я не понял, это все взрывается из-за нашей ударной волны? Чисто мы идем и все разносим. Если это так, то это очень прикольно. Смотри, вертолет решил приземлиться. Немного неудачно. Как раз для меня самое оно. Да опять! Да, я, конечно, понял, что это нормальная техника. Но не настолько же нормально, чтобы постоянно на ней кататься. Отлично, я вылез. Ладно, сгоняем-ка на военную базу. Посмотрим, что мы можем сделать. Давай, разгончик.
Да, и закончим этим. Это видео, наверное, получится коротеньким, в отличие от тех, которые я обычно снимаю. Ну, оно, скорее всего, не будет именно часовым и двухчасовым. Или час 15, как я последний снял. А, наверное, минут 40, потому что... Ну, серьезно. Во-первых, это видео спонтанное, как я и говорил. Чисто из-за того, что я не хочу очень затягивать видео по модам. Из-за того, что обновится игра и не получится... Ну, придется переустанавливать моды, чтобы они заработают. Ну, и чисто так, потому что... Ну, я, честно, уже не знаю, что снимать со способностью флеша, с модом на флеше. Просто уже следующее видео 100% будет уже основном, как бы, посвящено другому моду, вообще, какому-то. Либо Спайдермену, либо Супермену, либо там Бэтмену. Кстати, вполне возможно, что Бэтмену. А уж по флешу. Ну, флеш, конечно, я еще буду юзать, но уже не так активно. Ну, буду именно юзать в остальных, например, создавать врагов флеш или что-нибудь еще. Но вот именно посвящать полностью, скорее всего, не буду. Ну, посмотрим. Вообще, может быть, какой-нибудь классный скин выйдет, и я снова что-нибудь сделаю. Пока не уверен. Давай-ка. Странно, у меня всего одна молния осталась. Военная база. Ты соскучился, пап? Я чувствую, что соскучился. Здорово, чувак. Будешь стрелять по мне? Он откатывается от меня. Окей. Ух, как ему неприятно было. А тебе? Было приятно? А сейчас? Разгончик это. Да. Я занял его место. Попытаемся взлететь? Да, это бесполезно. Явно бесполезно. Да. Быстро веселье закончилось. Надо вали отсюда. Ух ты, классно получилось. Очень даже неплохо. Посмотрим, как он. Смотри, как все разнился. Да, физика здесь, конечно, просто потрясающая. А, я ничего не могу сделать. Офигеть, да. Решетка, это моя единственная слабость. Как он низко приземлился. А если мы ударим? Офигеть, он не взорвался, тупо подлетел. Тихо, 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 тихо. Блин. Забавно, что он взрывается только когда соприкасается с землей. Это странно. Нифига себе. Что падает? Нет, падает. Эпичненько, прямо около меня топнулся. А где-то цистерна? Она что, так приземлилась? Так четко приземлилась? Да, и в нее метеор попал. Она же была супер эпичная, блин, метеор все испортил. И просто танки раскидываем. Гуляйте, рванина. Наверное, я в этом видео все-таки в конце заспавлю кучу народу или кучу машин, что-нибудь сотворю. И скорее всего после этого игра вылетит и будет неплохим таком. Ну, такой финал неплохой получится. Как по мне. Нифига себе, глыба упала! Да, конечно, разрушаемости здесь не хватает. Было бы шикарно, если бы, не знаю, там след от метеора, огромная воронка. Вы только представьте, как бы это было за здорово. Давай-ка. Перебросим танк на свободу. Ну, вали, вали, я тебя отпускаю. Сколько же их здесь? Один уже взорвался. Че опустил дуло? Думаешь со мной потягаться? Думаешь тягаться, гаденыш? Ладно. Нормально? Нет, он взорвался. Офигеть. Ну да, чисто такой массакр. Ой-ой-ой, не хотелось, да? Танки тут из воздуха спавнятся, окей. Да, избивать танки мне никогда не надоест. А если врезать его в машину? А, не попал. Типично. Колесо отвалилось. Не понял. А чё я помер-то? Странно. У меня же вроде бессмертие. С какого перепугу я сдох? Да, блин, ну это реально про меня. Я даже с бессмертием умудряюсь подыхать. Опять я весь избитый. Упс.
случайно мод на суперхат. Ой, суперхат и квантум брейк включил. Так, ладно, давайте-ка отключим все это беспределие. Так, уже лучше. И давай отключим мод на метеоры. А то это уже слишком. Или он уже отключился? А, он, подожди, он автоматически отключился? Давайте-ка кое-что сделаем. Давайте-ка вот так. Отключим... Ну да, надо отключить эту способность, то, что мы всех будем откидывать. А то это будет не очень хорошо. Где она? Вот она. Угу. Телепортнемся. Давайте телепортнемся на Челяд. Ну да. И сейчас заспавним кучу народу, как я и говорил. Можно будет их тупо с горы поскидывать. Это, кстати, будет забавно. Так, ну давайте-ка перейдем за Флэша. Ну, точнее, за Годспида. Вот он. Прикольно, что автор добавил ини файл, и то, что можно активировать костюмы, ну, не через вот именно тот же скин-контрол, а именно можно через меню Флэша активировать. Это классно. Классно, что он позаботился об этой мелочи. Ну, все равно мелочь, но приятно. Нет! Твою мать! Я хотел забраться наверх, а не вниз. Хотя, со способностью Флэша нам вернуться может буквально за секунду. Так. Тихо. Да блин! Ну ладно, давайте заспавним где-нибудь народ. Надо какую-нибудь ответственную найти. Не знаю, местечко какое-нибудь, где можно тупо поскидывать кучу народу вниз. Ну, вот здесь, например. Ну, да, кстати. Давайте заспавним каких-нибудь рандомных чуваков. Ну, так, объект. Тихо. Так, спам, вот они. Ну, не знаю, там, из сценария. Это кто? Будем тупо по очереди спавнить. А, это все женские персонажи? Ну, вот не так интересно. А, ну да, я же не прочитал даже. Вот они, стори, вот эти нам нужны. Какого черта у меня активировался? Да зачем, я не хотел? Да уж. Так. Давайте их спавнить. Да, плевать, что и женские. Я опять все неправильно сделал, да и пофигу. Я уже просто потому что немножко уставший, и у меня, к сожалению, я так и не выздоровел после болезни. И говорить мне не очень легко. Ну, кстати, блин, как кегли можно их проскидывать. Юху! Офигеть. Женский дождь. Где они? Ну, кстати, неожиданная игра не вылетела после этого, поэтому я думаю, надо... Воу. Надо будет побольше народ заспавнить напоследок. Давайте-ка еще раз это сделаем. Забавно получилось. Я вообще-то немного другую хотел. Ну ладно. Так, вот они. Так. Ну вот других давайте. А, ну вот они. Майкл, Франклин, все. Весь нужный народ. Просто такой. Ну прощание. Что можно с ними сделать, блин? Зачем я выхожу вообще отсюда? Вот так. Блин, я чувствую, если я включу сейчас торнадо, у меня или игра вылетит, или опять я тупо завис, ну, стану невидимым и провалюсь сквозь текстуру. Я не знаю, почему вообще это происходит. Ну, кстати, если я просто им врежу, что будет? Оу, игра аж заглючила! Офигеть. Да, явно не рассчитан на такое... проработку физики. Я же еще изменил физику, ну, поставил вот этот мод на изменение физики немножко тел. Офигеть. Потому что в кучу малей деремся. Юху! Классно полетели. Да уж. Не самое приятное зрелище. Еще вниз. Ну да, людей тут можно очень много спавнить, в отличие от машин. Ну хотя машин тоже можно много спавнить, но все-таки там больше шансов, что игра вылетит. Что ж, неплохо. Камешком задел. Что вообще творится? Ладно,
Попытаюсь заспавнить максимальное количество народу и активирую вот именно торнадо. Конечно, скорее всего, все вылетит, но черт его знает. Попробуем, попробуем. Давайте-ка. Так, объекты у нас, спаун. Так, а нет, это мне не нужно, вот это мне нужно. Ну давай. Побольше, 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 побольше. Сколько игра вообще выдержит? Мне не хочется, чтобы она просто зависла и вылетела. Это будет... Блин, ну, наверное, этого хватит, потому что, серьезно, точно вылетит. Вот 100% еще немножко добавлю и вылетит. Потому что я помню, спамил кучу машин одновременно, кучу людей, и игра просто зависла. Опс, 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 опс. Так, давайте попробуем. Торнадо. Ой-о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 й
Офигеть. Ну, конечно. Ну-ка еще разок. Офигеть, они еще живые. Это людской торнадо. Торнадо из людей. Какая жесть. Там вообще чувак завис. Да уж. Так, где? Что вообще происходит? Почему, когда я активирую торнадо, меня не видно? Ну все. Все, меня опять затянуло в спидфорс. Ну, я думаю, это как раз хорошее... Ой, блин, да что такое? Где? Где я? Я даже не вижу свои очертания. Ладно, это хороший момент, чтобы закончить видео. Оно получилось спонтанным, кривым. Ну, у меня всегда так получается. Ну, надеюсь, вам понравилось хоть немного. Увидимся в следующих. Всем пока.